Ну, проверил я стол, более-менее нормально. Вот в этой стороне по нулям идет. Ну, вправо-влево. Здесь уже на одну сотку меняется, здесь на одну сотку меняется. А потом чуть дальше уже две сотки и чуть дальше две сотки. Ну, это те места почти где не используются. Вот по оси Y, то есть туда-сюда, там, по-моему, две сотки. Или три сотки, точно не помню. Две или три сотки. А вот параллельность вот от здесь и здесь по нулям идет. Сейчас я с другой стороны поставил на ноль. Сейчас покажу. С этой стороны. Получается у нас почти четыре сотки. То есть минус 4 там ниже, то есть колонна наклонена на 4 сотки вперед. Не знаю, это много или мало. Сейчас я посмотрю документы. Где у нас документы? Значит, так, move right, вправо-влево. 4 сотки дают. То есть, в принципе, у меня по параметрам сходится 4 сотки с конца до конца. Ну, с середины направо 2 сотки, с середины налево 2 сотки. Это 4 сотки. Вперед-назад 2 сотки, допустимая норма 3 сотки. То есть, ось Y. Потом это шпиндель. Вот параллельность 2 сотки, а у меня 4 сотки, допустимость 3 сотки на 100 миллиметр, а у меня там даже 100 миллиметров нету, дает 4 сотки, это офигеть как много. Вот это я не понял, вправо-влево параллелизм. Ну, да, вправо-влево должен быть 3 сотки, а у меня по нолям. Здесь написано 3 сотки, а у меня по нолям. Но не на 200 миллиметров, то есть 3 сотки совпадает, а вот это число не совпадает при 100 миллиметрах. То есть у меня наклонено вперед. Нужно проставки ставить. Если у меня там 4 сотки вперед, я не знаю, сколько надо ставить. То есть получается, я спереди должен сколько поставить, чтобы это наклонился на хотя бы 2 сотки назад. Даже не 2, даже 3 сотки назад. Если там 1 сотку поставлю, здесь не знаю, сколько наклонится, потому что здесь уже сколько миллиметров вверх поднимается колонна. Надо пробовать фольгу поставить, там 0,1 миллиметра вон толщина. На сотку это в толщину идет. Нужно будет одну фольгу поставить, потянуть, проверить. Вторую фольгу поставить, потянуть, проверить. Ну и заморочка. Посмотрим, что выйдет. Да, у меня крепежные моменты фиговые. Надо нормально поставить. Но я никак не могу выставить ее параллельно. У меня на этих тисках я на 2 сотки поставил, на сотку параллелизм. А вот здесь 4 сотки именно у меня. Не знаю почему. Не получается правильно как выставить. Ну, это претензионные тиски. На 0,05 точность. Сейчас посмотрим.
У меня вот этот модель 50-й, 215 длина, 150 высота, 50 ширина, губок. Открывается 67 миллиметров. Ну, по-моему, не 5 соток, а 5 тысячных должно быть правильность. Здесь нигде не вижу. Примерно так. Посмотрим, что выйдет потом. Спасибо всем, пока.